Дорогие мои друзья, добрый вечер! Мы находимся в нашем знаменитом поселке Гурзуф. И хочу вам рассказать, что вот это youtube.com, Мила Гурзуф, приветствую я вас на своем канале. Я сегодня просто переполнена счастьем, потому что я сейчас нахожусь вот в этом шикарном парке. Ну, можно сказать, здесь когда-то жил господин Соловьев. Это его угодья. Господа, да, Соловьёвы. И пройдемте дальше. А сейчас это, ну, можно сказать, это наш кипарисный лагерь. И вот такая красотень, вообще супер. Это кедры. Здесь разные кедры. Вот такие раскидистые. Ливанский у нас идет. Вот. Какой гавайский? Гималайский. Гималайский, это я знаю. Гималайский. Не гавайский. Какая крона! Этой кроне более 220 лет, а может быть и немножко раньше. И вот сейчас проходим. Какой огромный ствол! Ну, этот ствол, я скажу, что, наверное, все-таки ему много-много лет. Ему больше 220, да? Нет, не больше. Не больше. А вот, вот. Смотрите, вон она, самая настоящая, вон там вершиночка. Мои хорошие, Боже ласковый, какая красота! И это, скалы. Боже. Природный заповедник, кусочек парка. Какая сказка! А, да, вот это реликвия, можно сказать. Ну, вот здесь у нас был вот в этой луночке семейный медальон, а здесь была статуя Соловьёва, господ. И здесь вот, конечно, они по этим аллейкам гуляли, и опять открывается вид. Какая красота! Сейчас, конечно, вечернее время, но я вам скажу, что... Сейчас это у нас огромная генуэзская скала. Генуэзская крепость на этой скале была воздвижена генуэзцами. Она вот, вот в этой расщелине дальше туда находится. А вот это самый-самый огромный кипарис. Мамочка родная, а теперь смотрите. Вау, вау, какая сказка. Лучше гор могут быть только горы. И теперь обратите внимание, это колоннада. Как в Древнем Риме. А вот там у нас вот такой маленький бассейн, и этот бассейнчик с фонтанчиком, он сохранился. Да? Раньше там плавали. 19 век. Да, 19 век, золотые рыбочки плавали. И вот так, какая сказка, как красиво, какие адалары просматриваются. Вау, какое сегодня сочетание моря и облаков. Это сказочно красивое место. Высоту покажу. Спуск к морю. Да, вот видите, здесь был спуск к морю. А там еще высота и высота. Вон вдали шумит берег моря. Шумит. Сколько много катеров, сколько прогулочных катеров, сколько рыболовецких суден приплывает, лодок. И вот, вот это вот действительно, это все древнее, 19 век. Сегодня у нас
2014 год, и это все прекрасно сохранилось. Сказочно красивые места. Гурзуф покоряет. Кто один раз приехал в Гурзуф, то влюблен в этот поселок и в этот край на всю свою жизнь. Как красиво. Внизу море плещется. Да, здесь еще приличная высота, но я скажу, где-то у нас домик на 3-4 этажа. Боже мой, как красиво. Я зайду в кадр. Лежи. Просто захотела сюда зайти, мне очень понравилось это местечко. Итак, дорогие мои друзья, я приглашаю вас в гости в эти замечательные места, в наш поселок Гурзуф. Приезжайте, дорогие мои. Вы уже приехали? Заходите на мой канал youtube.com. Ой, уже сегодня зайдем, уже все. Уже. А вот мы рядом как бы находимся с гостями, которые тоже посещают эти места. Можно у вас маленькое интервью взять? О, без проблем. Откуда вы приехали? Как вам понравился наш пост? Мы в Санкт-Петербурге. Вау, вот видите, дорогие мои друзья, гости Санкт-Петербург. А вы часто приезжаете в Гурзуф или первый раз? Постоянно. Постоянно. Вообще. То есть у вас определенно. Мы влюблены в Гурзуф и без него жить уже не можем. А, немножко. Ну вот скажите, как первый раз? В каком году первый раз сюда приехали? В каком? В 2003. В 2003, да? Да, наверное. Ну вот видите как. Вам очень нравится здесь, да? Да, это же Россия. Она же всегда была Россия. Но я у нас не знаю, всегда как вы была к этому Россия. Относитесь, у нас а мы всегда, всегда так относились. Мы россияне. Мы тоже россияне. И поэтому, мы здесь, кстати, и поэтому да, мы не могли оставить без внимания местный житель. Наши места. Да. Ну хорошо, вы можете передать приветы вашим родственникам? Все приезжайте в Гурзуф. Нашим родственникам в Санкт-Петербурге. Большой привет. В Крыму, потому что... Почему говорю одно? Потому что тут достаточно много и других прекрасных мест. Ну, а это как визитная карточка тоже Крыма. Да, наша скала Адалары, Аюдак – это визитная действительно карточка. Да. А вы и гостеприимство ваше вообще. Вы где-то отдыхаете, да? На Чеховке были, вот бухту смотрели? Да бухту нет. Чеховскую. Бухту Чехова еще сходите. А, были. Были уже, да? А мы тут там живем. Хороший пляж. Вы приезжаете где-то постоянно, отдыхаете у кого-то в гостях, снимаете, вот наверное, это да, жилье? Вот Гурзуфская веранда хотели? У нас раньше здесь был дом в Никите, а сейчас кипарисный. Я вам дарю свои визиточки, пожалуйста, заходите на мой канал, дорогие мои друзья. Все. Ну и, конечно, ставьте лайки и подписывайтесь, потому что я все время снимаю. Какие вы гостеприимные люди. Вообще, а больше всего нравится вот... Крымский народ, русский особенно, очень добродушный, да, приветливый, здесь... невинный. Но есть такие, конечно, все мнения без урода. Ну да. Но тем не менее. Я вот даже, вот, Мила, ты знаешь, я вот на пляже смотрю, кто-то чем-то интересуется, да, и я говорю, а вот там были, нет. Так пойдемте, я вас отведу.
Да сама я так говорю, всякое. А мы сколько раз ходим, туда не решаемся зайти, потому что тут везде это самое решетки. А нельзя, вот она видит, это сейчас случайно. Вот просто случайно были открыты. Администрация, да, открыли ворота, потому что посещали гости. Гости Артека. Посещали, вот здесь открыто. Давайте рассказывайте, все интересно. Вот так. Вот это было имение Соловьёвым, да, у Сазба там. Итак, дорогие мои друзья, заходите на мой канал youtube.com Мила Гурзуф, подписывайтесь, ставьте плюсики, приезжайте к нам в Гурзуф, потому что это самое благодатное, Богом созданное место. Это золотое руно Гурзуф. До встречи, дорогие друзья!